Вагітність в умовах війни. Як витримати подвійне навантаження і народити здорову дитину? Відповідь на це питання і на багато інших знає гость, яка вже є у нашій студії. Це Світлана Бондаренко, кандидатка медичних наук, лікарка-гінекологиня вищої категорії Центру сімейного здоров'я. Пані Світлана, дуже раді вас бачити у нашій студії. Ми знаємо, що ви маєте величезний досвід і ви знаєте точно, як народити здорових дітей. І вже стільки здорових дітей народилися за вашої участі. Отож, зараз дуже складні часи для України, і вагітні жінки, вони відчувають ось те подвійне навантаження, яке випало на їхню долю. І їм треба себе зберегти, зберегти дитину, і справді усю родину заставити думати, що все буде добре. Так? І ось те навантаження, мабуть, ще залежить багато чого і від лікарів, і від тих, хто поруч, хто вміє направити і зробити так, щоб все було добре. Да, ви праві. Добрий день, дякую за запрошення. Ви знаєте, я українською дуже повільно розмовляю на професійній темі, тому, якщо можна, я перейду на російську. Будь ласка, так. Да, пробачте. Це мені буде проще, швидше, да, розмовляти. Да, дійсно, зараз дуже складне час, і для беременних тим більше, мабуть, для кожного чоловіка. Ну, війна – це ужас, це нервне напряження. Ну, вообще передать словами это очень сложно. Каждый из нас переживает вот это большое напряжение. Естественно, вы знаете, даже по тем выводам по Первой мировой войне мы можем сказать, что беременные, кто рожал во время войны, естественно, рожали нормально. И несмотря на то, что была очень такая сложная обстановка, и кормили грудью, как ни странно, потому что мы знаем, что проблемы с едой, с кормлением было очень сложно, поэтому кормили долго мамы, несмотря на то, что была вот такая стрессовая ситуация. Сейчас в нашем центре наблюдается 216 беременных, и из них 46 – это переселенцы из оккупированных, либо из тех районов, которые очень сильно обстреливаются и заняты. Это Луганская, Донецкая, Харьковская область. И вот глядя на этих женщин, конечно, мы стараемся любыми путями сделать вот их пребывание наиболее комфортным. Ну что можно сказать о беременности и в это сложное время? Естественно, ну, как бы это банально не звучало, но прежде всего это должна быть забота семьи, прежде всего. Потом уже забота и окружение врачей. Вот в нашем центре, почему мы стараемся, чтобы наблюдались в нашем центре, у нас есть все специалисты. Мы одномоментно можем, если женщина уже пришла к нам, то любой специалист окажет терапевт, эндокринолог, уролог, хирург, психолог, окулист, лор-врач, дерматолог. То есть, ездить по месту. Да, это совершенно. Угу. Они могут все анализы у нас сдать. Стараемся, чтобы эти максимально были анализы бесплатные. Но вы знаете, я не могу сказать, вот почему-то программа есть, и должно быть все 100% бесплатно. Но есть такие обследования, те анализы, которые требуются по протоколу, они, естественно, идут бесплатные. Но для того, чтобы знать, как протекает беременность и что-то предотвратить, допустим, какое-то гормональное отклонение, да, нужно расширить эти границы обследований. Поэтому, естественно, ну, требуется какие-то больше какие-то моменты сдать. И некоторые анализы, увы, ну, просто не в состоянии сделать. Это может быть частная лаборатория, некоторые у нас, но... Ну так, якщо є ситуація. Потреба, да, якщо справді, да. Якщо треба розуміти вже, що ось потреба сталася, то звичайно, що вкласти там невеличкі гроші, але все одно, да, знати, що все буде з вами, да, добре. Розширити. Ви знаєте, от сьогодні була дівчинка, вона говорить, у неї якраз двойня, і вона говорить, ви знаєте, якщо це стосується дітей, то я буду здавати, от там потрібно було гормональне обслідування, то я буду, звісно, здавати це за гроші. Тобто, опять же,
мы лишнего ничего не назначим. Так вот, что же, я вернусь все-таки за консультацию всех специалистов. При необходимости у нас есть психолог. Это очень большое подспорье для беременных, потому что поговорить, несколько раз прийти, приемы бескоштовные, к психологу пообщаться. То есть у нас есть барокамеры. Это тоже очень хорошо. Это насыщение кислородом и ребеночка, и если есть какие-то проблемы, даже если нет проблем, но эта процедура очень довольно-таки, ну, такая, скажем, полезная. Так. Что еще самое главное? Ну, я вот начала с семьи, и, наверное, немножко вернусь. Беременная женщина должна, ну, скажем так, вести спокойный образ жизни. Как себя настроить на это? Естественно, это должны быть прогулки. Сейчас очень хорошая началась погода. Нужно обязательно в течение дня, вернее, может, к концу дня пройтись, чтобы час-полтора женщина прогулялась. Для этого она должна взять своего супруга, отца своего ребенка, и, может быть, он должен настоять, чтобы взять прогуляться. Для этого не нужно никакие деньги, Нічого зараз, пішли і пошли отримали прогулять. Задоволення від чудової погоди, тим більше зараз весна. І задоволення, і подышали воздухом, це ж і кисень. Поговорили, расслабились. Естественно, ми предлагаем женщинам беременным комплекс витаминов. Комплекс витаминов, в который входит тоже антистрессовые витамины, такие как магний, это обязательно. Потому что в наше время, чтобы они спали хорошо. Обязательно нужно спать с открытой форточкой, чтобы был свежий воздух. Это сейчас тоже все возможно. Я понимаю, что каждая женщина, особенно если она переселенка, а если они приехали из временно оккупированных территорий, то, естественно, у нее болит сердце. Как там? Может быть, там кто-то остались родственники, может быть, там осталось жилье. Что? Ну, естественно, вопросов очень много. На все ответить, ну, довольно-таки сложно. Даже не беременная женщина. А беременная женщина, у нее двойная нагрузка. За ребеночка переживает и переживает за то место жительства, которое она покинула. Естественно, поэтому, вот, попадая в наши условия, у нас гинекологи очень настроены, ну, позитивно на прием этих женщин. Мы пытаемся больше с ними общаться, с ними, ну, вести довольно-таки положительные, эмоционально расслабляющие разговоры. Потому что в любом случае, еще Гиппократ говорил, что если пациенту не стало хорошо и легко после общения с врачом, значит, это плохой врач. Поэтому психотерапию никто не отменял. Естественно, поговорить, пообщаться. Может быть, где-то... Вы знаете, у нас все беременные, они, ну, мы даем им телефоны свои собственные, они в любое время нам звонят, пишут, и это тоже как-то поддерживает, потому что к нам приезжают из области беременные, они далеко, иногда трудно добраться. Они напишут всегда, что нужно. Может быть, по телефону мы проконсультируем. Это уже какой-то момент положительный. Тобто зараз вийшли вже на такий режим роботи, коли лікарі... Ну, і раніше ви так працювали, да. Цілодобово. Я знаю, що завжди от лікарі, гінекологи особливо, вони завжди знають, що можуть і вночі зателефонувати, і онлайн, і все решта. Так. Зараз вже всі це знають, і всі, і діти, і врачі, і школи. Тобто... И мы стараемся тоже с беременными поддерживать такой контакт онлайн. Даже можно, нельзя же говорить, телемедицина вступает, да, какой-то. Можно даже посмотреть и где-то по Вайберу пообщаться. Поэтому вот такие моменты мы, конечно, ну, придерживаемся этому. Пані Світлано, а з приводу, ось ми говорили вже з самого початку, що жінка вагітна, от вона багато
думає зараз, вона може хвилюватися, зайве хвилюватися. І ось добре, що є психологи при вашому центрі, вони можуть допомогти сконцентрувати якось і дати усі рекомендації, які потрібно мати зараз вагітній жінці. Чи зараз жінки справді більше тривожаться? От як ви помітили і як це може вплинути потім на подальше? Я розумію, що ви багато робите для того, щоб це було легше все, щоб можна було легше переносити. Але, можливо, їх якось треба зараз рекомендації якісь дати, чи, можливо, їм дати щось ще для того, щоб вони думали, що от дитина, і вона – це найголовніше зараз, це увесь світ. А то все буде потім, коли вони повернуться, як вони знайдуть роботу і так далі. Так, звісно. Ви знаєте, от поэтому у нас є много. Во-первых, у нас есть отделение, и отделение очень хорошее, отделение патологии беременности. До 24 они лежат в гинекологическом отделении, где созданы очень хорошие условия. То есть мы видим, если женщина действительно очень тревожна, если у нее от этого матка приходит в тонус, есть угрожающие какие-то явления, симптомы, мы обязательно ее кладем в стационар. Без вопросов. И хорошие условия, хорошее питание. Ну, хорошее относительно, но тем не менее питание нормальное. Патология беременности. У нас шикарный перинатальный центр, вы знаете, тоже они могут... Вот буквально 2 дня назад женщина пришла, сдала анализы, пошла домой, у нее начались симптомы, угрожающие. Она вернулась, мы тут же ее положили в стационар. Сейчас звоним каждый день. Она говорит, уже все хорошо. То есть с ней работают и врачи, и акушерки, и психологи. Психологи идут в отделение. То есть у нас психологов 2, и они совершенно все востребованы. И психологическая... Никто не отнимал такой весомый вклад психологической работы с беременной. Сказать, что они должны... помогаем, конечно, медикаментозно. Медикаментозно, потому что в любом случае вот этот комплекс всего вместе дает, конечно, положительный эффект. И любая беременная женщина, у нее доминанта уже, скажем так, даже без военных действий, вот беременная женщина, у нее настроение, скажем, варьирует, скачет. Ну, не зря куча анекдотов, да, говорит, утром одно настроение, вечером совершенно другое. Но, тем не менее, сейчас у нее двойная такая ответственность у этой женщины. И любая женщина, мы знаем, что характер женщины, он настолько ответственен, да, вот в любом случае, поэтому здесь... У нее ответственность за двоих, за ребеночка и за себя. Она настолько аккумулируется, она настолько собирается. Поэтому, наверное, это помогает вот женщине собраться и сказать, дать себе установку, что все будет хорошо. Я живу ради ребенка будущего. Я должна это себе сделать. И, наверное, это помогает ей как-то выстоять в этих условиях. Вот не зря, вот знаете, вот мы же сейчас видим настолько, вот как наши ЗСУ, да, сбройные силы, насколько они сконцентрировались, насколько весь народ сконцентрировался, сплотился. И вот, наверное, а женщина, Берегиня всегда была, женщина всегда была вот какой-то опорой. Поэтому вот здесь она тоже концентрируется. Она настолько собирается, настолько у нее все это хорошо получается. А если еще с помощью врачей, психологов, то, наверное, все будет замечательно. Звичайно. Пані Світлана, а з приводу годівлі потім дитини, от я знаю, що ви завжди налаштовані були на звичайне грудне вигодування. Да, і як можна більше, як можна довше. Мы кажем, что это может и рік, и полтора, и 2 года. Но вы знаете что? Что ответственно, гормон, ответственный за выделение молока, это пролактин. Пролактин еще называют гормон стресса. Так.
Якраз же я про це і хотіла запитати, що як зараз? Чи не буде, якщо молоко, наприклад, трошки щезає, там якийсь час жінка хвилювалася, наприклад, так? То от як його поповнювати? Я знаю, що є цілі програми, і ви багато чого розробляли і рекомендували. У нас вообще грудное вскармливание – это очень такой важный момент. Нельзя никогда отказываться от грудного вскармливания. Если где-то чуть-чуть меньше стало молока, нужно обязательно подойти к этому вопросу комплексно. Что это нужно? Нужно сдать какое-то время отдохнуть женщине. Потому что первое время, естественно, она не спит, она волнуется. Поэтому дать ей возможность выспаться. То есть папа должен взять либо отпуск, либо там приехать бабушка, либо попросить какую-то соседку, ну, чтобы день-два дать выспаться женщине, раз. Дать попить больше жидкости, дать ей отдохнуть в каком-то не только психологическом, но и в физиологическом моменте, чтобы выспаться, отдохнуть, покушать хорошо, попить чай с молоком, попить где-то больше жидкости такой, которую она любит. Сок это может быть тоже молоко, которое она любит. Вот. И обязательно прикладывать к двум грудям. Одна грудь должна молочной железе и ко второй. Кормить, если даже там чуть-чуть есть, все равно давать грудь. Не такое, что вот у меня нет, я не дам. Сцеживать грудь не нужно. Надо ребеночку просто давать и кормить обоими молочными железами. Mm-hmm. Что еще такое важное? Ну, есть такой, как называемый, такой опилак. Это продукт пчеловодства. Он тоже немножко стимулирует молокоотделение. Но я опять же повторюсь, что пролактин выделяется, это гормон стресса. А на стрессе он наоборот выше, и значит молока будет больше. То есть здесь наоборот это хорошо. Чем больше, чем больше. Чем будет хвилюватися, то з'являлись. Ну, то справді були такі випадки, коли в жінок... Вот я ж не зря вспомнила Велику Отечественную войну. Так, що ви на стресі, і женщини кормили по году. Казалось бы, должно было быть падать, да, навпаки, а воно было так, что женщины кормили очень долго. Поэтому сейчас женщине за это не нужно переживать, а наоборот уделять этому. И еще обязательно кормить не по требованию. Не нужно вот ждать, вот прошло 3 часа или 4, еще не прошло, я дам. Не нужно, нужно давать столько, сколько. Если вы видите, а если еще молочка мало, то ребеночек будет хотеть кушать чаще. Давайте каждые полчаса. Да, каждые полчаса, не вопрос, давайте, пусть он понемножку, но ест. Не зря же даже сейчас питание есть дозированное, да, понемножку, но каждый там час-два. Не нужно так 33 рази в день. Пані Світлана, знаєте, от, справді вас зараз ми всі почули і з'явився той оптимізм, який допомагає. Я впевнена, що жінки, які вас чули зараз, які справді зараз в такому стані знаходяться, а це дуже серйозний і найщасливіший момент в їхньому житті. І вони розуміють, що треба, щоб була здорова дитина, нам треба поповнювати націю, нам треба розуміти, що жінки зараз дуже важливо мати. Особливо, якщо вони вагітні і зараз в такому стані, значить, треба народити здорових дітей, вигодувати, і все буде добре. Тож, наостанок, від вас ще рекомендації. Вже зараз одна хвилинка залишається у нас, тож чуємо вас. А ви знаєте, саме головне, будь-яка жінка повинна пам'ятати, що це велике щастя материнства. Кожна жінка настроєна на материнство. А якщо вона вже беременна, якщо вона вагітна, то тим більше в це час она должна помнить, что даже этим она помогает нашей стране, нашей Украине. И вы должны быть уверены в том, что у вас будет самый лучший ребенок родиться, самый здоровый ребенок. Если у вас какие-то вопросы, приходите к нам в Центр семейного здоровья на Космическую, 17, и мы ответим на любые вопросы. Если у вас какие-то вопросы, что-то не получилось, придите лично ко мне, я отвечу на любые, приму, проконсультирую, и все будет
все будет хорошо, все будет гарно. От, мы вам верим, пані Світлано, знаємо, що завжди так було і буде, да, і зараз. І в найтяжчі часи найкращі гінекологи завжди поруч. І всі рекомендації можна отримати. І ось в такій доступності є лікарі. Дуже дякуємо вам, дякуємо за вашу роботу, за те, стільки ви часу проводите на роботі завжди, постійно. І тому дбаєте про наших жінок, про наше, дякую, майбутнє. А це дуже-дуже добре. І, звісно, дякую, ж хочеться побажати усім нам, вам, мирного неба над головою. Це те, чого ми всі зараз прагнемо і чекаємо, тож, да, так, сподіваємося. Всім наснаги, всім здоров'я обов'язково. І в нас все буде гарно. І буде наша велика перемога дуже швидко, і все буде гаразд. Так, пані Світлано, дякуємо вам. Ну, а ми з вами зустрінемося вже у четвер о 13:30. Отож, до побачення та миру усім нам.